Продолжаю снимать свои запасы. И в этой части я хочу показать вам свои запасы по уходу за волосами. Первая парочка. Вот такую вот такая парочка. Это удивительный шампунь и бальзам. Уход от Агафьи яичный. Здесь у нас 500 мл. Слышала много не очень хороших отзывов. Но посмотрим, как будут вести себя они. Такая же парочка березовой. И вот такая вот парочка от Lactimilk. Это шампунь и бальзам на основе сыворотки белорусского козьего молока с биомаслом облепихи. Вот. Тоже слышала не очень хорошие отзывы на эти продукты. Но купила, покупала их в Глобусе, стоили они по 30 рублей. Не смогла пройти мимо, взяла, уже потом отзывы только почитала. Далее, мой любимый шампунь, вообще не только мой любимый, любимый нашей семьей, чистой линии, шампунь Фитобаня. Большой объем, 400 мл. Вот такая вот парочка. Чистая линия, фитотерапия, шампунь и бальзам, шелковый блеск с клевером. Тоже слышала не очень хорошие отзывы, но посмотрим, как будет себя вести на моих волосах и на волосах моей семьи. Вот так поставлю. Следующая парочка. Pantene Pravim Aqua Light, шампунь и бальзам. Большие объемы по 400 мл. Покупала я, по-моему, их в Дикси, и эта покупка мне обошлась, девочки, не помню уже, но что-то 200 с чем-то рублей. Такая парочка. Да, в контроль над потерей волос. Большой объем у шампуня 400 мл, бальзам 200 мл. Покупала в Дикси, тоже эта парочка мне вышла по акции по какой-то, тоже в районе 200 с чем-то рублей. Уже не помню точно, не могу сказать. Не отходя от Dove, вот такие вот у меня две масочки. Это питающий уход. Эти масочки я получала в подарок при покупке в магазине «Подружка», по-моему, в позапрошлом или позапозапрошлом месяце. Вот, и давали при покупке двух товаров фирмы Dove. Дают масочку такую. Я не хочу показаться хапугой, но этих масочек у меня три сейчас, одна в использовании, две лежат в запасах. Я ими очень-очень-очень довольна. Просто прекрасная маска, просто супер средство. Не зря, значит, я тогда потратилась. Только, девочки, не закидывайте меня тапками. Не хочу показаться хапугой. Вот такая вот парочка у меня. От Планеты Органики. Это шампунь для сухих и поврежденных волос на масле ши питания и восстановления. Тоже слышала очень нехорошие отзывы вообще об этих шампунях. Вот. Но у меня такие шампуни были разные для разных видов волос. Вот остались только вот для сухих. От тех шампуней там были для поврежденных волос. О, нет, поврежденных, для жирных волос использовала моя дочь. И было еще просто для нормальных волос какой-то. Вот, пользовалась семья. Все в них хорошо, мне показалось так. Дочка вроде не жаловалась, кроме упаковки. Упаковка очень непонятная, ужасно выдавливается, тугая и квадратная. Вообще производитель не подумал о потребителе, наверное, когда делал этот продукт. Вот такой шампунь Глискур Аква Уход. Купила его в магазине Dixie, стоимость была его где-то до 100 рублей, я просто не смогла пройти мимо такой стоимости, потому что на шампуне Глискур стоимость сейчас очень сильно возросли. Не смогла пройти мимо в магазине Fix Price от таких вот двух симпатяк. Это лапочка Утя-Утя и Панда. Детский гель-шампунь, это детский шампунь-кондиционер. Ничего не могу о них сказать, даже не знаю отзывы об этих продуктах, что они из себя представляют. Купила, потому что видела у девочек тоже на ютубе, что они закупаются вот этими симпатяшками. Вот. Ну и тоже под влиянием этого я купила, но пока не пользовались.
есть не знаю, что они из себя представляют. Девочки, кто пользовался, с удовольствием послушаю отзывы. Вот такую милоту я купила в магазине «Глобус». Стоил он в районе, по-моему, 60-65 рублей. Это шампунь 2 в 1 от Шамту с ароматом клубники. Здесь написано «для девочек». Почему взяла? Потому что здесь просто обалденный аромат клубники. Абсолютно натуральный. Очень-очень понравилось, поэтому взяла. Пускай стоит. И вот такие вот у меня запасики моего любимого просто, и не только моего, и моей дочери, моего мужа, наверное, со времен совдепа. Вот такие 4 желтковых у меня шампуня. Очень мы их любим. Я люблю их вообще со времен совдепии. Вот, как бы пока рассказала дочери, показала его, и попробовала дочка моя. Очень-очень ей понравилось, поэтому мы закупили. Закупала я их по скидке, в скидочный день в магазине «Подружка». Они были по 15 рублей, забрала последние 4 штуки, очень-очень довольна. Вот такие вот у меня запасики шампуней, бальзамов, ухода для головы. Девочки, мальчики, снимаю специально отдельно. Кому-то что-то интересно, то тот и посмотрит ту часть видео, которую действительно ему будет интересно. Не стала все снимать скопом. Итак, кому интересно, оставайтесь со мной, буду продолжать снимать дальше.